Экономика – это часть культуры, это искусство, это практическая деятельность, но насчет науки это очень проблематично. Очень проблематично, потому что атрибутом любой науки является наличие законов, как неких устойчивых причинно-следственных связей. А вот в экономике таких устойчивых причинных связей я особенно не вижу. Когда я учился на экономическом факультете, нам говорили про закон спроса и предложения. Но это не закон, это, знаете, обычный здравый смысл. Любая домохозяйка знает, что такое спрос и предложение и как это влияет на цены. Закон стоимости. Закон стоимости – это тоже то, что действует на определенном отрезке времени, в определенном месте. В общем, законов-то таковых-то и нету. То есть, на самом деле, это не принижает экономику как сферу общественной деятельности и сферу культуры, но при этом надо понимать, что экономика никаких своих устойчивых причинно-следственных связей не имеет. Но при этом не значит, что экономика, она развивается без учета каких-то законов. Есть высшие нравственные законы, вот эти самые 10 заповедей. Если они исполняются, тогда экономика здорова. А если они не исполняются, ну тогда мы имеем дело с квазиэкономикой, псевдоэкономикой, что, собственно говоря, сегодня мы и наблюдаем.